Теперь нам нужно установить, настроить функционал минимальной суммы заказа в корзине. Помните, мы указали минимальная сумма заказа 1500. Для этого, я упустил это вначале, нам нужно установить специальный плагин. Консоль, переходим в консоль. Плагины. Добавить новый. И должны прописать в области поиска вот такое название. Minimum Order Amount for WooCommerce. Но этот есть плагин, я включу его в инструкцию в дальнейшем. Когда вы будете проходить курсы, я его включу в этот список. Установить, активировать. Далее наводим курсор на вкладку WooCommerce и выбираем Minimum Order. Здесь выбираем минимальную сумму заказа. В нашем случае это 1500. Галочка должна стоять. Activate options. Здесь в этой области должны ввести следующую фразу: сумма минимального заказа 1500 рублей. Да, а вот здесь вот этот total мы меняем, удаляем все для двоеточия. В корзине вот так вот. И сохраняем изменения. И здесь галочку Enable делаем. Еще раз сохраняем изменения. Теперь давайте я хочу кое-что еще посмотреть. Я хочу перейти в магазин и удостовериться, правильно ли я сумму поставил. Джинсы. Да, 1500, видите, я правильно завел. И теперь после того, как мы товар положим в корзину, и если этого товара будет меньше, чем на 1500 рублей, то WooCommerce выдаст ошибку, пока мы сумму не увеличим свыше. То есть он не даст просто сделать оформление заказа. Это все вы сможете увидеть в самом конце нашего коучинга.